Привет, с вами Юлия Клауд. Мы находимся на выставке Vape Expo в Москве. И, бродя по двум огромным павильонам, мы случайно наткнулись на Андрея Афонина, более известного как Афония ТВ на Ютубе. Это видеоблогер, пранкер. Привет, Андрей. Разоблачители, здорово. Разоблачители, да. Слушай, а как ты вообще давно начал парить? Я парить начал с того момента, как у меня купили рекламу в вейп-магазин, я даже не помню какой, да и не будем рекламировать, они мне не проплачивали вот за это. А, собственно, вот с того момента мне бесплатно подогнали прибор для парения, да, и подогнали жидкости, вот. Я попробовал эти жидкости и подумал, что за... Не зашло, да? Что за дерьмо? Надо сделать нормальную жидкость. И вот пришла идея в голову сделать Pussy Juice, жидкость, созданная в раю. Экстракт клубничного листа с шоколадкой. 69 на 31. 69 на 31? ПГВГ это вот прям вот настолько точно. Кстати, как ты будешь малышек возить в машине и давать им свой Pussy Juice? Я подумаю над этой идеей, подумаю, да, возможно. На данный момент у тебя один вкус, я правильно понимаю? Да, вкус один, это бельгийский шоколад и экстракт клубничного листа. А планируется ли дальше расширение, соответственно, скорее всего, да? Да, в любом случае, если будет какой-то новый вкус, это будет анонс огромный, там, медийная раскрутка этого вкуса. Мы не хотим, вот, чтобы, как у всех, да, там, 20 вкусов, выбирай там любой. У нас есть вкус киски, мы знаем, как пахнут киски, делаем все как нужно, вот. Поэтому пока что клубничка-шоколад, рыбий вкус убрали, вырезали вообще его, вот этот вот рыбий запах убрали. И получился вот то, что получилось. И почем для народа? 1000 рублей, фиксированная цена. За 30 миллилитров, соответственно. Да, за 30 миллилитров. Угу. Слушай, ну а дальше как бы ты собираешься как-то развиваться в вейпинге, возможно, другие линейки, там, вейп-шопы, что-нибудь такое. Как ты вообще относишься, в принципе, к индустрии? Как тебе она кажется? Возможно. Я пока что только вот захожу вот во все, весь круговорот, я понимаю, тут уже конкуренты такие смотрят, о, тёлочки, блядь, у нас нету. То есть, ну, посмотрим, что будет через год, мы вообще по-крупному здесь все забабахаем, тут все будет в девочках Pussy Juice. Я вот вам отвечаю, через год вы увидите. Посмотрим, что получится через год. Спасибо, Андрей. Конечно, удачи, спасибо. Успехов в развитии. Спасибо большое. И только самого сочного Pussy Juice с тебя. А с вами был Юлия Клауд. Как всегда, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ставьте лайки, репосты и так далее. Да, лайки ставьте, так двумя пальчиками надо делать больше. Тыкайте. Да. До новых встреч. Пока.